Сестра спрашивает: «Мой муж не читает Коран и не совершает молитву, но при этом он не отрицает обязательность молитвы. Посоветуйте мне, как быть». Просим у Аллаха помощи. На самом деле, это беда, которая постигла многих людей в наше время. Беда в том, что находятся семьи, в которых есть те, кто не совершает молитву. Будь это муж, жена, сын или отец, мать или брат. То есть находятся такие дома, в которых есть те, кто не молится. Иногда дело доходит до отрицания обязательности молитвы. Тот, кто отрицает обязательность молитвы, тот становится неверным. Или если он смеется над молящимися, говоря, что это бесполезная вещь, такой человек неверный. И отношение к нему должно быть как к вероотступнику. Нельзя его приветствовать салямом. Жена-мусульманка не может оставаться с ним. А если эта жена отрицает молитву, то муж расстается с ней. А если он не отрицает обязанность молитвы, а полени пропускает иногда, а иногда молится, то такого нужно призывать к молитве и просить Аллаха наставить его, будь это муж или жена, и надеяться, что Аллах наставит его или ее. Это очень опасное положение. Мы на прошлой неделе уже говорили, что нельзя выдавать замуж за того, кто не молится, и нельзя жениться на той, которая не молится. Человек должен быть осторожен с этим. Пусть Аллах поможет нам.